Ракета-носитель Mr. 7 подготовлена к отправке из Центра космических полетов имени Маршалла на мыс Канаверал в качестве прелюдии к первому суборбитальному полету человека в космос в свободном мире. Точно подобранная ракета-носитель тщательно загружена и бережно транспортируется в своем 631-мильном путешествии. Когда этот самолет приземляется на мысе Канаверал, ракета-носитель достигла места назначения. Ракета-носитель полета была задумана и спроектирована в Центре космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле и изготовлена корпорацией Chrysler в Детройте. Сейчас она находится на мысе Канаверал, чтобы достичь своей цели — отправить капсулу Freedom 7 в космос. Ракета-носитель прибывает и транспортируется в ангарде на мысе, где она останется на временном хранении до тех пор, пока не придет время для ее установки на стартовой площадке. Здесь ракета-носитель визуально проверяется на наличие нарушений, которые могли возникнуть при транспортировке. Также ракета-носитель взвешивается, чтобы получить ее фактический сухой вес перед установкой на стартовую площадку. 10 апреля ракета-носитель была перевезена на пятую площадку для монтажа. После того, как ракета-носитель установлена, начинаются предварительные проверки полета. Системы давления проверены. Функциональные проверки производятся в системе автоматического прерывания. Устанавливается кабельная мачта для капсулы, в то время как предварительные проверки выполняются на ракете-носителе. Окончательные проверки производятся на капсуле в ангаре С. Полковник Джон Гленн, один из астронавтов, помогает выполнять эти проверки. Они включают в себя общие проверки положения при прерывании полета, электрических систем, систем давления и систем управления. Командир Шепард тоже помогает проводить эти проверки. Перископ проверяется на правильность работы. Установлены ракетные ранцы ретро и позиционного класса. Спасательная ракета сопряжена и проверена. Все системы готовы к сопряжению с ракетой-носителем. 15 апреля капсула была доставлена на пятую площадку для сопряжения с ракетой-носителем. После того, как была проверена механическая совместимость капсулы-носителя, проверяется электрическое подключение капсулы к ракете-носителю и вспомогательному оборудованию. Проверяются подсистемы капсулы, за которыми следует капсула-носитель, интерфейс и проверка радиочастотных помех. Проверяются общие тесты приборов на дальность, комплекс, ракета-носитель и капсула. После завершения проверок интерфейса начинаются общие тесты между дальностью и блокгаузом. Боб Массие из Управления операций по запуску, подразделение Центра космических полетов имени Маршалла, является проводником испытаний. Во время этих испытаний проверяются все системы ракеты-носителя. Команда запуска, которую возглавляет Мозер под руководством доктора Курта Дебуса, также является командой, запустившей первый спутник Америки. Обезьяны Абели Бейкер и шимпанзе Хэм с человеком на борту. Необходимо принять дополнительные меры предосторожности на стартовой площадке и рядом с ней перед стартом транспортного средства. Безопасность площадки должна защищать не только стартовый экипаж, но и астронавта. Для достижения этой цели была организована специальная операция по спасению площадки. Как только служебная структура будет удалена, для астронавта должен быть предусмотрен аварийный выход, если возникнет внутренняя аварийная ситуация в капсуле, такая как возгорание капсулы, утечка перекиси водорода или срочная психологическая проблема. Этот аварийный выход обеспечивается специальной спасательной машиной под названием «Черепика», которая парит рядом с капсулой. Кроме того, служебной структурой можно дистанционно управлять, чтобы вернуться к ракете-носителю. Если чрезвычайная ситуация такова,
что астронавту придется прервать миссию, используя механизм эвакуации капсулы, специальная спасательная команда заберет его с места посадки. Это было бы достигнуто с помощью ЛАРК, резинового транспортного средства, которое может маневрировать как на воде, так и на суше, и с помощью одного из нескольких вертолетов, которые размещены в различных точках вблизи опасной зоны стартового комплекса. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на самом стартовом комплексе, бронетранспортер М113 с системой безопасности и медицинским персоналом. В нем размещен рядом с Блокгаузом для быстрого доступа к ракете-носителю. Это транспортное средство может пройти через огонь и вблизи сильного взрыва безопасности для персонала на борту. Отсчет сейчас составляет 390 минут. Подготовка к загрузке жидкого кислорода и топлива для полета идет по плану. Во время загрузки топлива проводятся частые измерения, чтобы обеспечить надлежащее количество. Счет идет нормально через 340 минут, когда подключена система уничтожения ракеты-носителя. Это взрывная система, которая может быть использована для уничтожения ракеты-носителя в полете в случае неустойчивых движений, чтобы защитить население на Земле. Т-265 минут, и сервисная структура перемещается назад, чтобы провести радиочастотные измерения между ракетой-носителем и Атлантическим ракетным полигоном. Эта миссия выполнена. Служебная структура возвращается к ракете-носителю, поскольку отчет продолжается до Т-185 минут без перерыва. Сейчас ведутся последние приготовления к приему астронавтов Т-120 минут. Подтверждение готовности получено. Астронавт прибыл и направляется от фургона к ракете-носителю. Командир Шепард теперь готов войти в капсулу. Т-105 минут, и капсула готова к герметизации для полета. В это время последняя дверь в приборном отсеке герметизирована и началось нормальное охлаждение. Сборщик Вишен перемещается в стартовое положение, а оператор находится в Блокгаузе. Отсчет продолжается до 15 минут, и они задерживаются. Эта задержка была объявлена из-за облачного покрова над районом запуска. Задержка длилась 15 минут, и когда счет должен был вот-вот начаться, возникла проблема с ускорителем. Колебания частоты в инверторе продлили задержку еще на час. Отсчет снова начинается через Т-15 минут после получения согласия доктора Деваса на запуск, отсчет продолжается до Т-5 минут, когда вызывается удержание для траекторного компьютера центра Годдарда. После повтора записи между центром управления Меркьюри и Годдардом с полигона пришло согласие. Отсчет возобновляется при Т-2 минуты 30 секунд. Команда на стрельбу. Отметка 30. Перископ убран. Подтверди перископ. Убери руки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Старт. Все понял. Взлетай, и часы запущены. Окей, Хосе, ты в пути. Так читаю тебя громко и ясно. Не такой же ты. Это 5G, кабина 5,5, кислород идет. Автобус 24, а изолированная батарея 29, верно? 305 минус 5. Рулон вручную, верно? Ручной бросок. О, хорошо, девочка, хорошо, давай подойдем к перископу. Какой прекрасный вид. Держу пари, это так. Я освещаю Флориду. 3-4 палатки у восточного побережья. Неясное зависит от Гатераса. Я опознаю. Хорошо это. Семь. Кэпком, твой удар будет прямо по кнопке. За много месяцев до первого полета корабля Mercury Redstone была начата подготовка к поиску наиболее практичного метода восстановления астронавта. Была сформирована команда по восстановлению под руководством Space Test Group и начато исследование по восстановлению. Необходимо было изготовить систему положительного восстановления, которая обеспечила бы безопасный спуск капсулы с астронавтом на борту. Как только капсула оказалась в воде, потребовалось быстрое средство для ее обнаружения. Бот был предоставлен самолетам высокого полета и флоту самых быстрых кораблей во флоте. Это привело к использованию парка вертолетов, действующих с авианосцев в зоне восстановления. Как только капсула будет найдена, вертолеты будут отправлены для восстановительных работ. Восстановление завершено. Капсула возвращается на летную палубу авианосца. В плане восстановления астронавт мог либо остаться в капсуле, либо покинуть ее и подняться на борт спасательного вертолета. Это решил сделать командир Шепард. Оказавшись на носителе, начинается первый из сеансов медицинского разбора полетов. Это повлекло за собой медицинское обследование и удаление датчиков, которые были прикреплены к телу командира Шепарда перед началом его полета. После завершения этого медицинского осмотра и после краткого отдыха, командир Шепард готовится покинуть носитель, взяв с собой сертификат о своем первом космическом полете.
Поездка на остров Гранд-Багама была без происшествий короткой. Среди первых, кто поприветствовал его, были его коллеги-астронавты. Все на острове Гранд-Багама, включая поваров, готовы приветствовать командора Шепарда дома в виде хорошо приготовленного ужина, состоящего из жареных говяжьих ребрышек со всеми гарнирами. После того, как все медицинские осмотры будут завершены, у командора Шепарда назначено свидание в Вашингтоне, округ Колумбия, Си-пресса и встречи с президентом Соединенных Штатов.